Я всегда знал, что судьба подкинет мне шанс помочь, так сказать, грубой мужской силой нашему поселку. Я более чем идеально подхожу на роль охранника. У меня не одно, и даже не два высших образования. У меня их три, не считая музыкального училища имени Цюрюпы. Товарищ Емельянов, за правое крыло нашего любимого СНТ «Яблоневый цвет» можете не беспокоиться. Пригреем, прикроем, защитим и отстоим. Пока я буду на боевом посту, ни одна сволочь, даже ни одна муха не пролетит мимо. Так что... Работайте, братья. И за тыл не беспокойтесь.